Студия Байер и программа «Видеоспорт» представляют. Чемпионат Европы по ралли-кроссу 2012 года. 10-й заключительный этап евросезона на трассе Эстеринг в немецком городе Букстехуде. Чемпионский титул в самом престижном дивизионе «Суперкарс» уже в распоряжении российского пилота Тимура Тимирзянова. Но как сложится борьба за второе, третье итоговые места? И кто попадет в топ-десятку сезона? Ответы на эти вопросы как раз и были получены в Германии. Все подробности заключительной гонки евросезона прямо сейчас в программе студии Байер в «Видеоспорт». Ровно через неделю после холодной и сырой гонки в Финляндии участники Евроралли-кросса готовились провести аналогичную в смысле погодных условий гонку в Германии. Но буквально за 15 минут до начала квалификационной части небеса над автодромом Эстеринг перестали лить на гонщиков воду, и даже солнышко проглянуло. Однако менять табличку «Мокрая трасса» было еще рановато. 22 пилота дивизиона «Суперкарс» были заявлены на этап в Букстехуде, но серьезно и обоснованно мотивированными были особенно 5 пилотов. Это как раз те, что еще рассчитывали на удачу в борьбе за места на итоговом подиуме. В первую очередь это англичанин Лиам Даран, француз Дэви Жени и норвежец Александр Хваль. Чуть меньшими, но располагали шансами на подиум норвежец Мац Лисон, бельгиец Михаил де Кирсмахер. Всех из этой пятерки объединяла одна цель – победа на последнем этапе сезона. Оттого и интрига гонки ожидалась нешуточной, ведь ради большой цели компромиссничать никто не намеревался. Иными словами, все ждали самой настоящей битвы. Итак, первая серия квалификационных заездов дивизиона «Суперкарс». Первым локальным героем серии стал бельгиец Патрик Ван Мехелен на своем теперь уже легендарном Subaru Impreza из музея. Обычно дальше Голландии и Бельгии Ван Мехелен не выезжает, а тут до севера Германии добрался. И подарил своим болельщикам радость, победив в самом тихоходном заезде. 17-е время – это слабая надежда на C-финал. И последний стартовый ряд в нем причем. Второй заезд был интересен уже тем, что в нем принимал участие один из претендентов на место в итоговой тройке чемпионата – норвежец Александр Хваль. Citroёn C4 от команды Kenneth Hansen Motorsport был вне конкуренции во втором заезде серии и победил с большим отрывом. К примеру, финишировавший вторым, вслед за Александром Хвалем, Павел Кутни из Чехии уступил Хвалю 5 секунд. После финиша Александр Хваль говорил, что во втором круге чемпионата у него не получалось все, как задумывал. Так что теперь в глубочайшем цейтноте придется биться за победу с достойными соперниками. А пятое время в первой квалификации, по мнению того же Александра Хваля, нормальное начало. В третьем заезде первой квалификации суперкаров воевали Лисен, Скотт, Охман, Проктор и Хёдстрём. На первом круге дистанции в лидеры заезда выбивается швед Петер Хёдстрём, заполучив в преследователи пару опасных британцев – Скотта и Проктора. Ожидаемое противостояние с Матсом Лисоном, похоже, отменилось само собой. В который раз уже в этом сезоне Рено Клио норвежца не тянет пилота в лидеры. Со стороны было отлично слышно невооруженным ухом, что в двигателе машины Лисона немощное троевластие. «К сожалению, опять начинаем гонку с проблем», — говорил позже Мац Лисон. «Но мы уже ничему не удивляемся. Намучились в сезоне прилично. Но все равно еще надеемся на хороший финиш». Лисон надеялся, а Хёдстрём приехал в заезде к финишу первым. И с отличными показателями. В его активе второе квалификационное время и позитивная в этой связи перспектива. Обладатель второго времени в контрольном заезде, новый еврочемпион из Казани Тимур Тимирзянов, стартовал в четвертом заезде с норвежцем Бермингрудом, шведом Вальфредсоном. И в дебюте россиянин еле-еле отвоевал вторую текущую позицию. А значит, перспектива победить в заезде, конечно же, была. Вот только недолго она была. Тимирзянов принимает решение уже на первом круге заехать в Джокер Лэб и не справляется с маневром. Нет, сойти с дистанции-то не сошел пилот, но потерял в Джокере много времени. На третьем круге дистанции происходит смена лидера заезда. Теперь Вальфредсон, тоже забуксовавший в Джокере, перед Тимуром Тимирзяновым. Он пропустил вперед Бермингруда. Тимирзянов в попытках хоть как-то улучшить свое время предпринимает атакующую комбинацию против шведа Вальфредсона и за полкруга до финиша обходит шведского пилота. Но первый финиш все-таки остается за норвежцем Бермингрудом. Седьмое квалификационное время. Тимирзянов довольствуется 10-м временем серии, а на сервисном боксе команды Kenneth Hansen Motorsport висит табличка, напоминающая, кто в 2012 году чемпион,
А Тимур Тимирзянов комментирует события первой квалификации. Конечно, я не блистал сегодня своим результатом. Но мне понравился этот заезд. У меня было все, я развернулся в джокер, пробил колесо на последнем кругу. Все было хорошо, значит, все было. Лиам Даран, Дэви Жени и Михаил Де Кирсмахер завершали программу первой квалификации дивизиона Суперкарс в германском Бухстехуде. Англичанин однозначно проспал старт заезда и пытался исправить ситуацию на первом повороте, но и тут не подфартило. Остановка у внутреннего забора отняла у Дарана как минимум 5 секунд времени. Но сдаваться-то Даран не собирался, ведь и у него, и у Жени, и у Де Кирсмахера на эту гонку были большие надежды. Кстати, на втором круге Даран отвоевал вторую позицию у бельгийца, задержавшегося в джокере. Так что напряженка-то в заезде сохранилась. Вплоть до самого финиша, когда Жени мчался к победе, Де Кирсмахер за ним по основной траектории, а Даран финишировал через джокер. И это был самый быстрый заезд первой серии. Дэви Жени – первое время, Михаил Де Кирсмахер – третье, Лиам Даран – четвертое. Конечно же, я доволен началом гонки, говорил позже в паддоке Дэви Жени. Хотя это только первый шаг к цели. Спонсоры, механики, болельщики, семья, журналисты моей страны ждут от меня призового места в чемпионате Европы, и я должен их не подвести. Кто и кого не подведет, все эти вопросы решались следующим днем соревнований. А пока у пилотов и их болельщиков была ночь на передышку. И к великой радости всех, немецкие синоптики, предвещавшие солнечный день, не ошиблись в прогнозе. И основной день гонки прошел без дополнительных усилий на борьбу с природными катаклизмами. Начало соревновательного марафона в дивизионе Суперкарс было положено заездами второй квалификации. И в первом из них норвежец Мац Охман вернул себе перспективу, победив соперников с 8-м общим квалификационным временем. Во втором заезде с аналогичной задачей ехал другой норвежец, Мац Лисон. 14-е время в первой серии не тот результат, с которым выходит в главный финал. Лисону пришлось нелегко в заезде. Старт выиграть не получилось. Да и заезд в Joker Lab был, как показалось со стороны, не своевременным. И если много воюешь, вряд ли покажешь быстрое время. Хоть и финишировал Лисон первым в том заезде, а привез только 9-е квалификационное время, и это, скорее всего, исключало норвежца из числа финалистов. Пробившихся туда напрямую, конечно же. Все, что оставалось Лисону теперь, сидеть в своей палатке, изучать протоколы, строить планы на реабилитацию в третьей квалификации. В третьем заезде стартовали Проктор, Тимирзянов, Ван Мехелен, Кутни и Вальфредсон. Как и в предыдущей серии, стартовать по-лидерски не получилось у Тимура Тимирзянова, свежеиспеченного чемпиона Европы в Суперкарс. Соперники позволили ему занять только третью текущую позицию, а во главу заезда устремился Павел Кутний. Пилот из Чехии провел очень слабый сезон и теперь стремился хотя бы под занавес, что называется, хлопнуть дверью. Во второй серии квалификации удивить всех не получилось у Кутни. При заходе на второй круг дистанции его Ford Fiesta аварийно приземлился. И дальше заезд повел за собой Рено Клио Стига Олова Вальфредс. Как и в заезде первой серии, Тимур Тимирзянов настиг лидера, но на этот раз провести результативную атаку не получилось. Вальфредсон финишировал первым с 6-м временем, Тимирзянов вторым с 7-м временем второй квалификации. Механики Тимирзянова, пожалуй, впервые в сезоне получили дополнительный объем кузовной работы. Если едешь не лидером, тебя обязательно будут бить соперники. Отсюда и многочисленные пробоины в обвесе автомобиля. Тем временем стартует четвертый заезд второй серии дивизиона Суперкарс на трассе Лиам Даран, Петер Хедстрем и Энди Скотт. Как ни стремился к лидерству англичанин Лиам Даран, а перещеголял его в первом повороте швед Петер Хедстрем. Обладатель второго результата в первой серии подтверждает серьезность и своих намерений в немецкой гонке. Дарану ничего не остается, как ехать в Джокер и пропускать вперед соотечественника Энди Скотта. Временно это, временно, сомнений не было. И на третьем круге Лиам Даран возвращается на позицию номер 2 в заезде, когда Скотт проезжает Джокер траекторией. Теперь уже было интересно, а сможет ли догнать Хёдстрима целеустремленный англичанин. На последнем круге дистанции шведу предстояло ехать в Джокер, так что на финише все могло измениться в пользу Лиама Даррана. Но безошибочно преодолевает Джокер Хёдстрим и на полторы секунды опережает таки оппонента.
Аплодисменты обоим соперникам заслуженные. А Петер Хедстрем уже по сумме очков двух квалификаций в А-финале. Пока все неплохо складывается для меня, говорил после финиша Петер Хедстрем. Конечно, я знаю, что если Ли, Сенхвали, Жени не наберут здесь очков, то я могу в тройку призеров чемпионата войти. Но я реально смотрю на вещи. Это из области фантастики. Так что пока я просто хочу победить в Германии. В заключительном заезде второй квалификации суперкаров стартовали Де Кирсмахер, Жени, Хваль и Бермингру. Бельгийский Ford Focus опередил всех на стартовом подъеме и первом повороте. Так что, похоже, намечался реванш за первую серию в отношении француза Дэви Жени. И это интриговало. А вот норвежец Александр Хваль как-то не блещет. И позже становится понятно, почему. Заезд второй квалификации провалил по причине выхода из строя коробки переключения передач. Ну что я могу сделать, если опять не повезло, говорит расстроенный норвежец. Ну а в соперничестве Де Кирсмахер Жени намечалась финишная развязка. Француз уже проехал Джокер Лэп, тогда как бельгийцу предстояло финишировать через Джокер. Разница по времени на финише оказалась на полсекунды в пользу пилота из Бельгии. Хороший старт в заезде дал мне возможность ехать быстро, ехать первым и заработать лучшее время квалификации. Задача выйти в финал А уже решена, но я помню, что задача максимум для меня — войти в топ-3 чемпионата. И я еду к этой цели. Не без удовольствия, — говорил Михаил Де Кирсмахер после финиша. Далее в программе смотрите, какими путями и как шли пилоты к намеченной цели и кого в итоге пути дорожки привели к подиуму. Подробности третьей квалификации финальных заездов заключительного этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года в немецком Бухстехуде. Прямо сейчас в программе студии Байер. Видеоспорт. Итак, перед стартом третьей серии квалификационных заездов в дивизионе Суперкарс в немецком Бухстехуде железно в финале А были три пилота – Жени, Де Кирсмахер и Хедстрем. Остальным за место под солнцем следовало воевать, как в последний раз. И в первом заезде серии Александр Хваль ехал как раз с таким настроем. Даже несмотря на то, что не выиграл стартовый спурт. Но то ли коробка переключения передач так и не была приведена в порядок механиками, то ли перенервничал молодой пилот, а ехал С4 под 23-м номером неубедительно. Проигрывал и Павелу Кутни, и Мацу Охману. Вот и концовка гонки для Александра Хваля получилась грустной. Сам атаковал отбойник, сам же и погиб в этой атаке. Хваль оказался первый из списка претендентов на серебро и бронзу чемпионата, кто потерял все шансы. Ну а выиграть тот заезд довелось Павелу Кутни, второй финиш у Маца Охмана, и оба они в финале Б. Во втором заезде серии ехали без претендентов, ехали так называемые пилоты среднего и ниже звена. В лидерах катился Йос Янсен, возрастной бельгиец обручился с суперкар сравнительно недавно, и как долго продлится их роман, неизвестно. Сопротивляться Янсену пытался был Яхим Кукс, но его планы вероломно нарушил пилот из Дании Деннис Рёмер. Обе машины в ремонт, а друг с другом эта парочка расстается до финала С, куда оба еле-еле проскочили. Да и победитель заезда Янсен тоже будет стартовать в том С-финале. В третьем заезде серии пятерых участников максимально устраивала только победа. Причем с лучшим временем квалификации. Проктор, Лисен, Скотт, Ван Мехелен и Вальфредсон до последнего оспаривали путевку в финал А. В меньшей степени, конечно, Мац Лисен, у которого проблемы с машиной так и не закончились. И до финиша того заезда он не доехал. А вот компаньон Лисена Вальфредсон довел дело до победы в заезде и заскочил в шестерку А-финалистов уже по результатам квалификации. Британцы Энди Скотт и Кевин Проктор, а также бельгиец Ван Мехелен встретятся в Б-финале. Тимур Тимирзянов в случае победы в заезде третьей квалификации с лучшим временем серии или даже со вторым или третьим временем мог стать участником А-финала напрямую. Два круга заезда Тимирзянов словно летел по трассе, показывая соперникам наконец-то чемпионский стиль. Но если уж не везет, так не везет постоянно. На третьем круге дистанции пробито колесо, и ДС-3 Тимирзянова разворачивается на выходе из гаража. Поехать-то дальше Тимур поехал, но догонять уже не имел возможности.
Лиам Даран в итоге на 0,7 опередил на финише Михаэля Деккерсмахера, но оба пилота квалифицировались в финал А. Тимерзянову уже предстоит поучаствовать в Б-финальном заезде. Самым быстрым заездом третьей квалификации суперкаров стал заключительный, пятый по порядку. Жени, Хёдстрем и Бернингрут сообща ковали необходимую скорость. Но все же лучшим из этой троицы был по ходу движения швед Петер Хёдстрем. Интересно, что и у Хёдстрема, и у Жени по итогам квалификации оказалось по 3 очка в активе. Для определения обладателя пол-позиции в финале А пришлось считать худшие времена. И тут на 1 балл выше оказался француз. Все, квалификации закончены, теперь на повестке самые бескомпромиссные заезды финалов С, Б и А. В дебюте финала категории С наиболее успешными оказались Йос Янсен и Йоахин Кукс. Причем оба свое преимущество оформили на выходе из первого виража. Для бельгийца Янсена лидерство в финале С – несомненный успех, возможность завершить сезон на мажорной ноте. Но с эмоциями пилот начал не справляться уже на втором асфальтовом повороте, когда пропустил вперед соотечественника по фамилии Кукс. На втором круге Янсен принял спорное решение ехать в Джокер и потерял еще пару позиций в заезде. Причем Йоахим Кукс теперь лидировал с ощутимым отрывом от остальных. Окончательно бесперспективным дело Янсена стало на третьем круге дистанции, когда его Ford Focus выбросило с асфальтовой траектории за пределы трассы. Нет, выбраться самостоятельно из песочной ловушки просто невозможно. Так что все, что было перспективным в дебюте для Янсена, окончилось фиаско. Йоахин Кукс и Мац Охман, норвежец и бельгиец, в итоге заработали право стартовать с последнего ряда Б-финала, а Йос Янсен остался на обочине. В раздумьях о былом. Тимур Тимерзянов в финале Б стартовал с третьей позиции первого ряда. Позиции, которая вполне могла оказаться выигрышной в дебюте заезда. И совсем немного не хватило Тимуру Тимерзянову и его Citroёn DS3, чтобы вырваться в лидеры. Все-таки внутренняя траектория была поукатаннее, и по ней уехали от Тимерзянова Энди Скотт и Кевин Проктор. Они, кстати, тоже стартовали с первого ряда. По ходу двух кругов дистанции текущее положение в заезде не менялось. Но Тимерзянов где-то уже нашел препятствие, которое штурмовал, и выдранный кусок бампера свидетельствовал об этом. Начиная с третьего круга, пилоты стали посещать Joker Lab, и порядок и состав преследователей лидера Энди Скотта менялись. Вот только в пользу россиянина ситуация ну никак не складывалась. Больше того, в тот момент Тимерзянов пилотировал машину уже с пробитым правым передним колесом. И только чудо могло помочь теперь новому чемпиону Европы добраться до А-финала заключительного этапа евросезона. Чудо не случилось. На последнем круге дистанции Citroёn Тимерзянова и вовсе едва не увяз в песочной обочине, выполняя правый поворот. И это был своего рода прощальный реверанс пилота из Казани. Ну а первым же на финише уверенно засветился англичанин Энди Скотт, вторым чех Павел Кутний. И они получают право побороться за места на подиуме немецкого этапа в финальном заезде категории А. Тимур Тимерзянов впервые в сезоне под занавес его будет наблюдать за войной А-финалистов со стороны. Скажем так, нахватались за весь сезон. У меня никогда не было в этом году столько сломанных запчастей и пластика, потому что просто после второй серии уже все полетело в щепки. Три пробитых колеса в каждой в двух сериях и в финале Б стоило того, то есть как бы и постарался, скажем так, доехать до финиша с пробитым колесом. Доехал, но потерял, наверное, позиции 3-4, особенно последнем кругу, когда эффектно зашел в поворот от того, что уже было неизбежно. Чтобы не удариться в стенку, пришлось пойти на крайние меры и переступить, скажем так, свой порог и немножко порадовать зрителей, и свою душу. Когда уже понимал, что я уже пролетаю мимо финала, просто завершить, скажем так, гонку на веселой ноте для себя и сбросил педаль тормоза и нажал педаль газа. А так все нормально, теперь есть стимул, есть чему стремиться на следующий год. Будем продолжать, скорее всего, постараемся выехать в новом для нас чемпионате. Это будет, скорее всего, уже другое название. И дай бог в истории остаться единственным последним чемпионом ERC.
Итак, последний заезд последнего этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу в немецком Бухстехуде. Но это был последний заезд суперкаров, так что все стремились только к победе. Оттого и зрелище получилось на старте, первом старте финала А, весьма незабываемым. В центре внимания зрителей и видеокамер оказались два автомобиля. В первую очередь это Петер Хёдстрем и его Шкода Фабия. Со второй позиции первого ряда Хёдстрем, конечно же, стремился в лидеры, но вот это столкновение с машиной Девижени перечеркнуло все планы шведского пилота, а затем еще и вот такой вот кульбит устроил Ford Fiesta чешского пилота Павла Кутни и приземление на крышу автомобиля Петера Хёдстрема было действительно впечатляющим. Павел Кутни. Да, неудачный сезон у Павла Кутни и финал примерно такого же плана. Травмы, которые получил в том столкновении автомобиль Кутни, были несовместимы с тем, чтобы участвовать в повторном старте финального заезда. А вот шведский пилот Петер Хёдстрем теперь уже с опаской, но стартует. Пропускает, конечно, вперед Лиама Даррана, Михаэля Декирсмахера, еще и Девижени его опережает. Но все-таки борьба продолжается, и у Хёдстрема есть варианты. Были, точнее, потому как травмированный капот автомобиля Шкода Фабия задрался уже на середине первого круга и мешает обзору Петера Хёдстрема. Да, в такой ситуации лучше, наверное, не рисковать и притормозить. Да, понятно, что обидно, обидно в финале А сходить с дистанции, но ничего не поделаешь. Хёдстрем вне игры, вне борьбы за призовые места на немецком этапе. Лиам Даран уходит на второй круг дистанции лидером. У него в преследователях Девижени, напомним, что только победа Дарана или Жени выводила одного из этих пилотов на чистое второе место по итогам чемпионата. Только победа, именно только за победу борются француз и британец. Пока британец впереди. На третьей позиции бельгиец Михаэль Декирсмахер, четвертая позиция за шведским пилотом Стигом Оловом Вальфредсоном, и, похоже, четверка сформировалась уже. Но стратегических перспектив у англичанина Скотта уже не было на тот момент. Больше того, проблемы с машиной на третьем круге дистанции заставили Энди Скотта притормозить и, по сути, исключить себя из борьбы за призовой подиум немецкого этапа. Вот так это случилось на третьем круге дистанции. Ну а впереди по-прежнему Лиам Даран, второй Девижени, третий Михаэль Декирсмахер, четвертый Стиг Олов Вальфредсон. Кто же из этой четверки на четвертом круге отправится в Джокер Лэб? Исходя из текущего положения, наиболее безболезненным этот маневр мог стать для Стига Олова Вальфредсона, и швед отправился на заходе в четвертый круг на Джокер-траекторию. Впереди тройка лидеров Даран, Жени, Декирсмахер. Бельгиец еще по ходу гонки мог рассчитывать на призовое итоговое место чемпионата, но успехи все тех же Жени и Дарана перечеркнули слабые теоретические надежды бельгийского пилота. Но он третий пока в заезде, во финальном заезде немецкого этапа, и это здорово, потому как второй круг Декирсмахер проводит просто блестяще, и это заявка на удачное выступление в чемпионате 2013 года. Пока, конечно же, неизвестно, в каком формате он будет проводиться и сохранится ли вообще турнир под эгидой ERC. Как бы то ни было, а сам по себе ралли-кросс никуда исчезать не собирается. Предпоследний круг дистанции. Все без перемен. Хотя нет, одна перемена все-таки есть. Энди Скотт, постояв пару кругов за траекторией, отправляется в путь. Возможно, просто решил доехать до финиша собственными силами. Ну а самым неприятным, наверное, моментом на предпоследнем круге случился сход Михаэля Декирсмахера. Он, конечно же, мог стать бронзовым призером, положить свою копилку командную очередной трофей, но не случилось. Пробито колесо, что-то не в порядке с трансмиссией, и его Ford Focus у обочины. Тем временем, на последний круг дистанции отправляется лидером Девижени. Джокер-маневр, предпринятый Лиамом Дараном, оставляет ему только вторую текущую позицию. На третьей текущей позиции Стиг Олов Вальфредсон его пытается прессинговать норвежец Мортен Бермингрут.
Но уже не у лидера заезда нет пройденного джокера, так что на финише то все и решится, только на финише финального заезда. Ну, кто же все-таки второй в сезоне 2012 года после Тимура Тимирзянова в европейском ралли-кроссе? Лиам Даран, первый на финишной отмашке. Дэви Жени второй. Сигулов Альфредса на флажке, что называется, едва не уступил третье место Мортину Бермингруду. Аплодисменты участникам финального заезда. Заезда, который подвел итог европейскому ралли-кроссовому сезону 2012 года. Сезону, в котором впервые в истории в королевском классе Суперкарс чемпионом стал российский пилот, пилот команды «Намус» из Казани Тимур Тимирзянов. Серебряным призером евросезона становится благодаря победе на немецком этапе Лиам Даран, Великобритания. Бронзовым – американец Таннер Фоуст. Четвертая позиция в топ-десятке европейского ралли-кросса достается французу Дэви Жени, пятая – бельгийцу Михаэлю Декирсмахеру. Спасибо всем за сезон и ждем нового сезона 2013 года. Это «Видеоспорт». Всем удачи, всем побед!